В добрый путь, молодой специалист. В Атырауском политехническом высшем колледже имени Саламата Мукашева состоялся 90-й выпуск молодых специалистов. В учебном заведении состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители крупных предприятий региона, специально приглашенные гости и родители. Для выпускников Атырауского политехнического высшего колледжа имени Саламата Мукашева сегодня особенный день. Они с нетерпением ждали его. Потому что, попрощавшись с учебным заведением, с которым они обучались несколько лет, теперь собираются вступить во взрослую жизнь. Выпускники прошли большой путь от посвящения студента до сдачи государственных экзаменов. Этот путь наполнен учебой, творчеством, поражением, победами, неудачами, успехами. В колледже они получили прочные знания, навыки, впервые проявили свои способности, таланты. И сегодня они стоят на пороге взрослой, самостоятельной жизни, но уже без нас, без своих преподавателей. В этом году колледж оканчивает 384 выпускника, 9 из которых стали обладателями дипломов с отличием. В их числе выпускники, которые не только хорошо учились, но и принимали активное участие в различных областных и республиканских мероприятиях. Стали победителями чемпионата профессионального мастерства World Skills, были активистами колледжа и награждены благодарственными письмами. Сегодня для меня очень важный день. Окончила колледж по специальности защиты в чрезвычайных ситуациях и получила красный диплом с отличием. Лично для меня 4 года учебы прошли очень насыщенно, весело и интересно. Также я проходила практику на базе пожарной части, участвовала в региональных чемпионатах World Skills в городе Кокшетау и, конечно же, принимала активное участие в областных мероприятиях. Кроме того, около 10 выпускникам, получившим теоретические знания в стенах колледжа, применившие их на производстве по дуальной системе, были вручены трудовые книжки. Выпускники этого колледжа в настоящее время работают на нашем заводе. 14 студентов были приняты по дуальной программе обучения. 8 из них были трудоустроены и начали работать на установках. На таком знаменательном мероприятии им вручили первые трудовые книжки. Стоит отметить, что данное учебное заведение готовит кадры по 22 специальностям. Показатель трудоустройства молодых специалистов составляет 85%. Все они трудятся в крупных учреждениях нашего города. Гаухар Нурлыбекова, Жанар Галиасбек, Артур Бутпанов, телеканал Атырау.